Меня зовут Редевская Виктория, мне 29 лет. Я работаю в детском саду Кряжня в 9-м в Аленушке. Ну и по ходу своей работы мне немного приходится заниматься оформлением своей группы, мне охота вот что-то вот поделать. Мастерить я начала, наверное, после того, как вышел декрет. Сначала это были вязания для ребенка, этим я сейчас занимаюсь. Потом мне очень понравилось вышивать, у меня есть несколько работ вышитых. И вот последние 2 года я плотно занимаюсь бумагой. Бумагопластикой, кусудамы, эта работа. Так, давайте я помогу, наша поближена. Так, вот смотрите, какая замечательная, просто прям поражена была. Значит, в этой работе 300 цветочков вот таких вот скрутила, и я их неделю, все время крутила. Вообще безостановочно. С ними обычно не понимаю. Даже не распите? Нет, когда тут такая, тут нет, на поспать немного. Вот. Значит, все идеи свои черпаю я на сайт, который называется «Страна мастеров». Я там была тоже. Вот мне нравится в этом, там все доступно по фотографиям. Трудности, которые связаны с рукоделием, обычно это недостаток материалов. Вот, например, если я в Америке, если бы мы жили, в США, там где-нибудь, вот я бахрому, я бы не резала с конца. Он стоит $50, такой специальная машинка для бахромы. Можно было бы ее сделать, и эту поделку бы там за быстро сделала. А так, в планах на будущее я хочу освоить квиллинг, который мне... Вообще это не есть квиллинг. Нет, это квиллинг. Да? Да, это квиллинг. Я хочу настоящий, который вот из лент, вот эти вот все работы из лент, какие-то там несколько слоев. Если бы это сделали, то... Это из бумаги, да? Да, это бумага. А вот, Виктор, чуть-чуть расскажите, потому что, вот смотрите, я понимаю, что вот это бумага, а вот что внутри? Может, ближе подойти с ним? Значит, основу составляет папье-маше, шар из папье-маше. Да. То есть я надула шарик, потом-то я умнее сделала, я его ниткой обмотала. Сначала сделала как папье-маше, сидела, лепила с этим клеем, у меня высохла, получилась форма, я подобрала горшок к нему. И сделала вот эти цветы. Так, сначала я сделала немножко, потом одну. И мне захотелось именно цветы, чтобы были вот как бы не распустившиеся. А как они у вас крепляются? Ведь они у вас крепляются как-то? Значит, крутится, вырезается по ширине, длине листа полоска. Сначала одна 2 сантиметра, а другая 1 сантиметр. Это тоже бумага? Да, это тоже бумага. Потом берете бастик маленький, и сначала нарезаете бахрому. Потом вот эту тоненькую. Сначала потом на пастик накручиваете тоненькую полоску, а на нее вот эту вот толстую. У вас получается один цветок. Потом и на термоклей. Кропотливая работа. Очень. Неделю. Представьте, неделю вся она не переставая. У меня все так. Я делаю или запоем, или никак. У меня по-другому не получается. Это же у творческих людей всегда так. Они же или запоем, или никак. Как бы муж не одобряет, говорит ему тебе это. Зачем? А вот смотрите, например, если вы предложите свои услуги кому-нибудь из ресторанов для украшения столиков, это будет, я считаю, что очень красиво, да? Мне кажется, даже для украшения интерьера очень эксклюзивно и очень стильно. Да. Кстати, у меня много поделок, можете там альбом посмотреть. Конечно, у меня нет ни одной дома, ничего у меня нет. А Вика, у вас альбом свой, на своей страничке? Нет, на вашей. Вы только завели недавно? Да. Потому что я еще не видела. Я загрузила туда фотографии. А в клуб, любители рукоделия, меня пригласили друзья, которые уже были в вашей. И они сказали, что там моего альбома не хватает. Я вступила, потом увидела этот конкурс, решила принять участие. Хорошо. А Вика, вы будете принимать участие еще в конкурсе? Или вы не захотите больше? Нет, я... Мы совместили приятное с полезным.